Я горжусь своими сыновьями. Мой младший сын, ему 10 лет. В 2012 году он пишет стихи, начал писать активно стихи, занял первое место на общешкольном конкурсе «Проба пера». И я надеюсь, что во все остальные периоды он будет также меня радовать и давать повод для гордости. А горожан я поздравляю с наступающими новогодними праздниками, с Рождеством. Хотелось бы пожелать удачи, чтобы хотелось идти на службу, на работу, в школу, в институт, ну и с радостью возвращаться домой.